дорогие мои гости. Сегодня мы дошьем мою сумочку. Сумочку антистресс. Я вам напоминаю, как я некоторые этапы этой сумочки пришивала. В таком ленивом, скажем так, бора-бора. Ну и, в общем-то, сначала я все это собрала. И потом уже делала сумку. Как я делала саму сумку, я вам сейчас это покажу. И мы с вами можем сделать это вместе. Так, следующий этап. Я уже не знаю, где там здрасте, где там до свидания. Всем привет, короче. Сижу на коленях, на полу. Смотрите. Вот уже все подготовила. Подготовила все. По-моему, уже больше нигде ничего не нужно прошивать. Это все мочалочкой влажненько потом потереть. Вот наш такой красивый, красивенный домик. Красивущий домик. Заготовка на сумку с домиками. Смотрите. Подклад я уже присоединила строчечкой с обоих сторон. Ручки готовы. Сейчас что я делаю? Я сейчас пришиваю ручки. Хочу в подкладе пришить карманы. Просто обычные карманы. Мало ли что туда положат. Это я для невестки делаю сумочку. Вроде бы ей понравилось. Фотографии показывала. Ну, она у меня такая, ей все нравится. Молодец. Нужны карманы, нужны. Я их пришью внутрь. Прям тупо вот пришью. Я не думаю, что прям сильно будет бросаться в глаза. Выберу такие места, где не будут сильно бросаться в глаза. Но карманы нужны внутри. Ключик положить, чтобы не рыться там. Удостоверение. Пришьются ручки. Потом я пришью замки. Смотрите, какие у меня замки. Показываю. Я надеюсь, со светом все в порядке. Ну, не совсем в порядке, но не знаю. Ну, такой у меня свет. Вот всегда показываю. Белый день, яркое солнце, у меня темень. Смотрите, как я вырезаю замки. Видите, как я их отрезаю? Знаете, какие классные. О. Видите? И вот таким же образом я их пришью, потому что это ж сумочка-растрепочка. Но в этот раз, видите, будут навстречу два замочка друг к другу. Вот таким, извините, вот таким вот образом. Чтобы, если ей нужно, она открыла одну половинку, вторая закрыта. Потому как детки, коляски, сумки, чтобы меньше вероятность, что кто-то влезет в сумку. Ну и потом вот так соберу. Все как всегда. Обычная сумка, шопер, эко-сумка. Видите, утилизация. В общем, вот такая сумочка. Она чуть-чуть меньше по размеру моей переноски. Но я переноской пользуюсь полностью, как для рынка сумка-авоська. Чудесно. Как-то слабовато вот эта строчка. Нужно ее усилить. Да, точно, видите, пропустила. Я люблю по несколько строчек пропускать. Ну и что я хотела еще показать, вы знаете, так я люблю ехать, извиняюсь, так я люблю ехать, когда сижу в транспорте и сижу вот так вот и вытрепываю, в кулак собираю, потом выхожу, выбрасываю. То есть еще как это называется? Как это сейчас называется? Антидепрессант. В общем-то, сумки антидепрессанты. Сижу, краешки растрепываю, растрепываю вот так вот. Но не буду, пусть доставлю невестке удовольствие. И она такая становится более растрепаненькая, растрепанная. Если сильно растрепала, приезжаю домой, обрезаю. Вот такая сумка антидепрессант получается. Ну все, пошла я ее собирать. Негде бедной женщине снимать. Пол рабочее место. Ой, простите, мои хейтеры любимые. Сижу на полу под окном, потому как, ну, светлее больше негде. Ни фонарь не добивает, ничего. Сумку я дошила, смотрите. Все, вот это еще, может быть, повысекаю, но это надо постепенно выдергивать, чтобы чуть-чуть больше джинсового цвета. Хотя, ну, оно интересно так. Все, мы же добивались такой яркости, такого сырца, понимаете, по швам. Все швы открытые, все как
Все как мы любим. Прям натуральный бора. Смотрите, можно было прям до конца рисунок прорисовывать. Ну, в следующий раз в очередной. У меня уже есть заказы на сумке, поэтому я каждый раз думаю, вдруг равнять буду, вдруг обрежу. Фух, вот она сумочка, авосечка, шопер. Внутри я вшила карман один из джинсовых штанов. Сейчас я покажу. Вот он, видите, прям функционально будет карманчик. И здесь практически ничего не видно по шву. Замки я показывала. Два замка, которые буду вшивать. Ой, сейчас я так поверну. Я не стала закрывать, чтобы было удобнее показать. Замки идут навстречу. Видите? Единственное, здесь, это я в подарок для невестки. Я думаю, невестка найдет колечки и сделает прям какие-то здесь подвесочки. Ну, или мы с ней вместе придумаем. Если что, я потом засниму. Да, может быть, даже отдельно покажу. Ой, простите, я все с руки. Вот, смотрите, навстречу закрываются, открываются. Чем это хорошо, когда в транспорте, когда на рынке много народу вокруг, тем более она с детками, с малышкой, с коляской. И вот таким образом будет очень удобно. Одну сторону открыла, достала, положила то, что нужно, и закрыла. Видите? Вот. Вот. Ну, простите уж меня. Вот опять функциональный карманчик. Вот тут, я думаю, шнурочек завяжем какой-то интересненький. Ну, я потом могу даже отдельно еще видео, пусть она обдекорит это все дело сама. Вот тут тоже можно что-то прицепить. Я не стала тоже вырезать, высекать. Прям с кнопочкой повесила. Вот что-то можно вот так раз и прицепить. И будет веселенько. Фух, все, везу сумку. Срочно спешу, везу, одарю. Можно овоща любые выдержать. Набить просто всю картофелем. Практически 5 килограмм картошки точно сюда влезет. И ничего не испортится. Вот такая сумка антистресс. Шопер антистресс. Сиди себе, едь в транспорте. Сиди в очереди в какой-нибудь. Колупай ниточки. Главное на пол не бросать, а в руку собирать. Потом вышел, выкину. И вот такая интересная сумочка. Антистресс. Все, ребята, всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте заходить ко мне на канал. Будет очень много интересного. У меня еще немножко другие идеи воплотить техники, другие в эту технику. Так что вот так вот. Всем пока!